Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Какой смысл ходить на свидание с большим количеством мужчин? Людей много, толку ни от одного. Я ходила за 2 года на встречи с 15 мужчинами. Двумя были отношения, которые закончились очень быстро и до ничего серьезного не дошло. Мне надоедает каждый раз разным людям одно и то же рассказывать, кто я, что я, увлечение. Как рассталась с парнем, встретилась с 3 новыми мужчинами, один слился, хотел легких отношений. Со вторым не захотела по телефону общаться, не стали дальше встречаться. Третий не проводил в 11 вечера домой, кинул посреди темной улицы, сказал, что ему пора. На самом деле, смысла на свидание с большим количеством мужчин не ходить действительно никакого, потому что вы их перебираете. И в целом, нет ощущения, да, что вы ведете себя с мужчинами, да, как личность. То есть у меня есть ощущение, что вы просто пытаетесь найти подходящего партнера для себя. Вот. И не более того. Поэтому в этом смысле, да, нет какого-то смысла, это правда. Потому что отношения с людьми выстраиваются не через гендер, такие вот качественные, да, отношения выстраиваются не через гендер. А отношения выстраиваются, по сути, через, я бы сказал, личностное взаимодействие. Вот. То есть, взаимодействие личности. Вот. У вас тут вот этого нет. У вас нет личностного взаимодействия с мужчинами. Вы, к сожалению, их вот просто, получается, перебираете. Вот. На мой взгляд, и заключается основная проблема. Вот. Вероятно, вы переживаете некую травму. Вот. Психологическую из-за расставания с первым мужчиной. Вот. Пытаетесь, значит, заполнить пустоту, вот, которая вот у вас есть. А пустота, она вот как-то вот не заполняется, да, или заполняется, но плохо, потому что как-то вот нет тех людей, нет того партнера, который мог бы вам заменить того партнера, которого вы потеряли. Ну, в смысле, вот, с которым у вас не сложилось, так скажем. Вот. И все, и вот вы в поиске находитесь. Вот. Что можно и нужно здесь сделать, на мой взгляд? Обратить внимание больше на себя и, значит, работать в направлении реализации ваших интересов. Работать в направлении реализации исследования ваших увлечений. Вот. То, что вы можете сделать. И вот когда, если вы будете это делать, то люди, в принципе, будут
появляться сами вокруг вас. Вот. И с естественным путем будут разделяться ваши интересы, естественным путем будут разделяться ваши увлечения, ваши хобби. Вот. И вот таким образом вы как раз-таки вот придете к тем отношениям, которые хотите. Сейчас вы на это уделяете, на мой взгляд, да, сейчас вы этому уделяете очень много внимания, очень много сил. И центрированно, целенаправленно пытаетесь какие-то отношения тут построить. Вот. А так это вот, к сожалению, не работает. Таким образом это не работает. Вот. Это работает немножко по-другому. Чем больше вы пытаетесь вот это сделать, да, тем хуже у вас получается. Потому что внимание заостряется на этом. Вот. А самим, ну, самому человеку, самим людям вы внимание уделяете гораздо меньше. Вот. К сожалению, опять же. И в итоге вот ситуация складывается вот совсем не так, как вы того хотели бы. Вот. Совершенно очевидно, что, ну, мужчины вам вот встречаются вот такого определенного типа, да, вот, который вас как-то либо не ценит, да, вот, как-то к вам относится мужчина немножко не так вот, как вы бы того хотели, например. То есть это тоже свидетельствует о том, как вот вы там к себе относитесь, да, как вы себя воспринимаете. То есть вот на эти вещи тоже, на мой взгляд, ну, можно и нужно обратить внимание, потому что от этого, по сути, зависит то, как будут выстраиваться ваши отношения с мужчиной. Как-то вот не будете этому уделять внимание в полной мере. Вот, поэтому искать, подходить к свиданию, как к тому, что вот, ну, можно как-то механически, да, просто вот взять, значит, как-то себя каким-то типовым способом проявить, и все будет хорошо, ну, я так вот не думаю, что это вот. Я думаю, что тем путем является выстраивание более живых отношений с мужчиной, не как с мужчиной, а как с личностью. Вот. А для этого необходимо, ну, вот, в первую очередь как-то, ну, проявлять интерес к себе. Вот. К себе, к своей жизни, к своей личности. Вот.
Я думаю так. Думаю вот в таком ключе можно вам ответить. На значит, вопрос, который вы задаете. Вот как-то так. Я понимаю, конечно, я вне всякого сомнения, я прекрасно понимаю, что вам нелегко, я прекрасно понимаю, что вы чувствуете себя разочарованным. Но, тем не менее, еще есть очевидно что-то, что блокирует ваше сближение с мужчиной. Вот. И это что-то находится, вот, очевидно, внутри вас. Вот какой-то такой блокирующий механизм, потому что мне, ну, опять же, по моим ощущениям, как мне это показалось. Вот. Что вы как раз не очень сильно хотите быть в отношениях, как будто бы вы, не знаю, заставляете себя это делать. Вот. Такие ощущения. Вот. Понятно, что, может быть, я не прав, вот. Но выглядит все именно так. Вот. Поэтому подумайте, вот, как вам то, что я сказал, да, вот какую обратную связь вас вызывает. Вот. Согласны ли вы с чем-то из того, что я озвучил или нет, вот, и, соответственно, уже будем вот в этом направлении думать, вот, но сейчас, на мой взгляд, вы движетесь в деструктивном ключе, рассматривая отношения, вот, как что-то такое вот. Значит, ну, что-то такое типовое, да, где вот вы просто пришли, да, значит, на свидание рассказали мужчине о себе, да, какую-то информацию базовую. И все. И вот у вас, значит, отношения либо построились, либо нет. Вот. К сожалению или к счастью, это так не работает. Вот. Понимаете? Еще одним довольно таким вот существенным моментом, на мой взгляд, является то, вот, каких отношений вы хотите. Вот. То есть, как вам видится это отношение? Вот, к чему вы стремитесь вообще? Вот. Ну, в отношениях, я имею в виду, к чему вы стремитесь. Вот. И как у вас получается условно это реализовать? Да, и получается ли у вас вообще это реализовать? Потому что, есть опять же такое ощущение, да, что, вероятно, вы
для себя не может сформулировать, чего вам, ну, хочется. Я вас не обвиняю ни в коем случае, вы поймите правильно, ни в коем случае не обвиняю, просто говорю о том, как мне видится ваша проблематика. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, не затягивайте, вот. Потому что, ну, чем больше будете совершать таких действий, как сейчас, тем, наверное, сложнее будет построить отношения. Вот. Всего вам самого доброго. Все реально, все реализуемо, главное с этим работать. Удачи!